Как известно, перелом кости – довольно болезненный недуг. Более того, он долго заживает. Вне зависимости от сложности перелома, лечат его при помощи гипса, который всегда приносит массу неудобств. Чтобы избежать их, студенты Инженерного института КФУ Эдуард Галиханов и Глеб Мамонтов придумали новую модель ортеза со встроенным ультразвуковым аппаратом и изготовили ее при помощи 3D-принтера. У каждого пациента индивидуально сканируется его рука, здоровая. Затем программно она отзеркаливается, и относительно нее уже создается 3D-модель, которую можно видеть на экране. Относительно этой 3D-модели на 3D-принтере уже печатается непосредственно сам ортез. Материалом для изготовления ортеза является полимер. Он прочный, поэтому выполнит свою функцию достаточно хорошо. Ортез со встроенным ультразвуковым аппаратом имеет не только красивый внешний вид, а также большие преимущества перед привычным гипсом. Ускорение лечения, мне кажется, это самое основное преимущество. И ультразвук, и электритирование, это все позволит гораздо быстрее залечить перелом и избавиться от этого самого ортеза, несмотря на то, что он такой хороший. Электрические заряды нового ортеза создают постоянное электрическое поле, которое вместе с ультразвуком эффективно ускорит выздоровление. Ультразвук улучшает кровообращение, поэтому способствует заживлению костной ткани. Перелом заживет на 38% быстрее. Если говорить об физиотерапии именно ультразвуком, то она на 38% ускоряет. А если говорить про электротирование, то тут надо в зависимости от группы крови, но в принципе тоже где-то на такой же процент ускорения идет. Лечение ультразвуковым ортезом обещает быть удобным и комфортным для каждого, вне зависимости, спортсмен ли он, музыкант или даже артист. Возможно, судьба Семена Горбункова развернулась бы совершенно иначе, если бы вместо привычного гипса ему надели новейший ультразвуковой ортез. Ведь он не только ускорит выздоровление, но и наверняка убережет любые драгоценности. Адель Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз.